Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю безумных кроссоверов. С вами Сейн. Сегодня мы поиграем в инди под названием Inglourious Waifu versus Nazi Zombie. В общем, бесславные вайфу против зомби-нацистов. Великолепные две вещи, которые, наверное, можно соединить. Мы будем играть за вайфу и убивать нацистов. Это ли не чудо? Плей. Так. Миссия первая. Dying is not for today. Умирать мы сегодня, в общем, не будем. Давайте. Ёбушки. Я секунду, я сейчас кому-то дам люлей. Умер. Молодой. Так быстро все началось, я не ожидал. По скалам, по скалам. Они тоже летать умеют. Ой, сейчас они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зомби-нацисты встали. Так. Отошел. Отошел от меня. Я что, в текстуру врезаюсь? Как так? Как так? Какие текстуры в этой... Ну вот, я про что и говорю. Че, ребят, догоните меня? Нужно перезапускать. Резюм? Какой резюм? Еще раз. Убить 40 зомби-нацистов по заданию нам надо. Они очень быстрые. Они просто зомби, они что-то не очень похожи на солдат вермахта, ну неважно кого, как бы, это самое, да. А где наши помощницы, другие вайфу? Молодой, отошел. Нет-нет-нет, только не в воду опять. Не трогай вайфу! Сучара. Бежим, 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 бежим. Они нас не достанут. Мы убили 14 зомби. Мы просто пробежим мимо, развернемся и начнем палить. Ага, ага. Размечтался. Ты меня не достанешь, мудила. Держи. Лови. Хорош. Они этого не ожидали, потому что они глупые. Они тупые зомби. Они не поймут всю прелесть вайпу. Блин, громкость выстрелов. Кто стреляет? Боже. Да, вы умрете сегодня или нет, молодые люди? В голову патроны вас не берут. Придется стрелять просто так. Я убил уже 41. 41 зомби мертв. Все? Я прошел? Волшебный сундучок. Что это такое? Секунду. Settings. Нужно убрать все примерно на один уровень. Вот так. На один уровень примерно, потому что звуки выстрелов как-то громче, чем музыка. А если ты не убираешь все одновременно, музыка потом становится опять громче. Ты по мне стрелял? Что ты такое? Воу, 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 воу. Ты что такое? Я не знаю, что это такое, но ты что-то проклятое. Ну? Тварь, умри. Какая-то турель дурацкая. С автонаводкой. И еще одна турель. Ну, короче, я не знаю. Я считаю, уровень прошел. Я убил 49 зомби. Вот вы в правом верхнем углу можете наблюдать. А мне победа не засчиталась. В любом случае... Save and cont... Ну да. Save and quit. И смотрим на следующий уровень. Тут даже будет уровень с товарищем-художником австрийским знаменитым.
Так как можно выбрать любой, мы его рано или поздно выберем. Enemies got tanks. У врагов есть танки, убей 5 танков. Ой-ой-ой. Это что? Тот самый машин ГВР 44? Вам кобзда, ребята? Где вы? Где танки? Танки где? Ёбана. Отхлёбана. Побежали, побежали. Танки! Нормально, нормально. Я сомневаюсь, что мы возьмем все-таки. Оружие хорошее, но вряд ли танк помрет. Ебан. Это что такое? Разлет колоссальный. А, да погоди, да по... Ну куда? Нет, не согласен. Нужно их выманить куда-то в другую зону. Танки двигаются боком. Танки опасны. Ага. Дурацкие танки. Отлично, я так понимаю, это вообще в принципе... О, молодой, здорово. Это зомби был, не зомби, не знаю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, это вражеская штука, я думал, сюда можно зайти, и это нам поможет. Я понял, не поможет. Тут еще есть какая-то секси-камера, если нажать на Q. Ага, 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 понял. Ясно. Чё это такое? Патрики, а убивать их как? Сесть можно? Пустите меня внутрь, товарищи. Но это мега увлекательно. Все-таки машин ГВР 44 убивает танк. Я всегда знал, что это мощное оружие. Не зря его использовали в основу создания автомата Калашникова. Значит, просто расстреляем их издалека, что еще делать? Гусеницу покажи свою, тварюга. Ага. Захотел. Выходим, молодые. Ваша очередь получать лещей. А, вы там застряли. Вот, вот зачем противотанковые рвы придумали. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто под фонг пацан заезжает. Посмотрите на него. Просто чилит. Просто боком. Токийский дрифт отдыхает. Да, расслабься. Хорош. Ой, это мы одни тоже. Одна из наших воительниц. Хорош, хорош. Давай, танк. Подходи. Потом с самолетами будем сражаться. Самолеты пока наш машинка не берет. Хорошо. Умер быстро. Умер! Умер, я тебе сказал. Congratulations. А почему в прошлом задании мне не написали congratulations, когда я убил 40 зомби? Я убил даже 49. Убей 50 зомби. Откуда бежать будут они? Десантироваться с самолетов, что ли? Так, окей, аккуратно. Ага, ясно. Блин, самолеты просто невероятно медленно летают и так агрессивно, как будто атаковать сейчас начнут тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, привет! Блять! Окружили демоны. Хрена себе. Умерла. Ты что такой... Живучий тварь. Тихо. Вы, конечно, мультяшно нарисованы, но я все-таки ночью играю. Вы меня можете и шугануть, напугать, если слишком резко подкрадетесь. 14 убито. Не, ну МГ, конечно.
Это не вот та перделка из первой миссии, с которой мы стреляли. Можно в танк залезть. Дайте в танк залезть. О! Они до меня не доберутся. Хе-хе-хе! Подходите, черти, подходите! Чё? Чё ты мне сделаешь? Умерла. Дураки. Что ты сделаешь? Ты даже на танк залезть не можешь. Балда. Чё, живой еще? Товарищ. Чё там ручку поднял? Чё ты ручку там задрал? Ага. Хорош, хорош. Так, 27 зомби убито. 27 зомби, это отлично. Можно просто стоять расстреливать. Это весело, в принципе. Если так посмотреть на это с эстетической точки зрения. У тебя есть вайфу, тут есть зомби, есть пушки, есть нацисты. Попытались объединить максимально все. Если бы тут еще была королевская битва, вообще цены бы не было. Я думаю, сожрали бы фанаты королевок. Только так. Ой, ползет, ползет какой-то агрессивный. Молодой. Умер. 40 зомби убито, хорош. У меня патрики, правда, заканчиваются, а тут нехорошо. Тут-то еще есть. Восемнадцать патронов. Плохенько. Патрик, и где ближайшие? Побежали искать. Ищем Патрики. Не расслабляемся. Красиво, вот они. Так, встали. Черти. Я понял. Congratulations. Ха, дураки. Изи, изи. Следующий уровень. Опять МГшка. 100 коробок разбить. А зомби тут при чем? Ну не знаю, это довольно скучный уровень будет. Типа по коробкам стреляет. Да отстань! Мудак. Вот эти, которые ползают, самые агрессивные. Так, где там секси кэм? Очень удобно стрелять. Можно оценить нашу вайфу. Но я боюсь, что если мы так продолжим, то нас съедят. И все. Не, не знаю, это скучно. Ну, типа коробки, коробки. Ничего интересного. Давайте возьмем задание с чем-то более динамичным. Так, нази-зомби, турели... вот, самолеты, давайте самолеты. 8 самолетов. Ой-ой-ой. Вот это мне подходит. А ну подошли сюда, твари. Красиво, так и работает эта штука. Ну я, кстати, верю, что из вот этого можно сбить самолет. Я прям реально верю. Летим, летим. Почему не летим? Боитесь меня, суки? Боятся, боятся. 100%. Мне кажется, первоначально вообще создатели делали игру про войну, а потом такие, а почему бы и нет?
Он сучарка. Слышь, падаль, сюда подлетел. Давай, давай. Фига разлет у него, конечно. Сумасшедший. Никто не ползет на меня, никаких зомби. Отлично. Так, третье какое? Карабин дурацкий. А, нет, не карабин. Самолетик. Самолетик. Самолетик, подожди меня, самолетик, ты куда? Давай, давай, ты развернешься. Хорош. Хорош, хорош. Ну, в принципе, что, с зомбами повоевали, повоевали. С танками повоевали, повоевали. С самолетами повоевали. Я думаю, сейчас мы допройдем уровень и будем... С коробками даже повоевали. Будем воевать с самим художником. Красиво. Высоковато ты, братан. Опустись немножко ниже. Ну, ты, конечно, да. Тоже. Тоже мне. Быстрее, быстрее, быстрее. Вайпу, бежим, 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 бежим. Сейчас, у меня есть для тебя сюрприз. Да ты что, издеваешься надо мной? Хорош. Поздравляем. Даже девятого с собой забрал. Пять генералов. Не, пять генералов убивать не хочу, это скучно. Это те же зомби, только в профиль. Так, вот. Вот. Килл Хитлер в Фюхрер. В Фюрер, собственно. Ой, сколько оружки доступно. Все берем. Это взяли, взяли. Найс. Воу. Фаерболы. Ты что такое? Не, ну это как-то скучно. Давай, давай. Умираем. А где твои хелы? Он вызывает зомби. Скоро призовет танки. Я прошу прощения, это что за зеленый фаербол бомба? Вот этот. И сколько у тебя патронов нужно всадить, тварь? Вы знаете? Я сомневаюсь, что уже по истории мы знаем, что Гитлер самовыпилился с помощью одного патрона. Увидя, сколько он в себя уже вместил, ты же уже дуршлаг хренов. Умри. Я сомневаюсь, что он с одного патрона мог погибнуть. Вы просто гляньте на него. А, вот. У него специальный какой-то револьвер, с помощью которого он сам выпиливается, когда уже остается мало хелов у него. Это просто великолепно. Я не знаю, кому пришло в голову и под чем эти люди были, что они решили объединить эти две темы. Но, в принципе, получилось весело. Почему нет? Можно поугарать немножко. Я думаю, проблем с этим не возникнет у тех, кому нравится военная тематика, у тех, кому нравится вайфу. Есть игры похуже, будем честны. В любом случае, довольно веселая и забавная тема получилась у разработчиков.
А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.